Привет всем, ребята. Короче, зашел я тут эвакуацию посмотреть. Маленько поиграл уже. Что-то у меня бомбит, ребята, от этой карты. Причем не в том плане то, что прямо карта, ну, говно, да, какая-то. Именно в плане, ну, там, как она, ну, там, не знаю, конструкции ее, да, там, как она сделана. А у меня горит от того, что она пестрая, просто жопа. Я не вижу никого. У меня глаза болят. Я вот смотрю... Даже на моем мониторе, который сглаживает цвета. У меня монитор очень мягкие цвета имеет. Я специально его выбирал, чтобы глаза не уставали. И то у меня просто настолько дикий контраст, что я ни хера не вижу, ребят, вообще. Я ничего не вижу вообще. Дикий контраст, просто вырвиглазный. Вот реально, просто вырвиглазный контраст. Она выглядит как бы красиво, с одной стороны, но контраст настолько безумный, что я не знаю, как играть на ней просто. У меня просто глазам больно, то есть настолько страшный контраст. Блять, да вы задолбали меня спиливать, алё. Живучие сукины дети, а? А, ну да. Так, пока 12 на 7 иду. Вообще ничего не видно. Не, разрабы, слушайте, надо что-то делать. Я вообще не понимаю ничего, блин. У меня просто глаза слезятся от этого. YouTube, может быть, не передаст, но сами зайдите, кто играет, посмотрите. Это просто нереальная, блядь, контраст. Просто, просто я вообще не вижу никого. У меня от этой вот... Я вообще не видел его. Оно режет глаза, настолько яркий свет, и все темное. И, то есть, ну, то есть, темно-светлое все. То есть, как будто почти как черно-белое только. Я не знаю, как это объяснить, но контраст просто нереальнейший какой-то, безумнейший. Неиграбельно, просто играть невозможно. У меня, я поиграю так час и все, и пиздец глазам. Реально, мне потом два дня придется просто капать себе в глаза этот, блядь, как он. Корнерогель, блядь, потому что у меня все красные они нахуй будут, как кролика, блядь. Извиняюсь за мат, но у меня что-то бомбит с этой карты. Что-то живучие, сукины дети, вообще жопа. Я не сначала еще зашел на карту. Конец, что ли, ё? Не успел толком поиграть. 16 на 11, да, топовый счет вообще. Черт, жопа, ребят, какая-то пока. Полная. Вообще невозможно. Очень яркие цвета. Слишком, ребята. У вас и так в игре контраст такой, что можно просто реально зрение лишиться. Ваша игра, она вредная для здоровья. Я вам это гарантирую, что в нее играть тупо вредно для здоровья. Потому что и так дикий контраст. А на этой карте еще вообще настолько безумно все яркое и при этом темное, что вот это просто жесть какая-то. Я не знаю, как это объяснить. Еще раз говорю, это тяжело, наверное, на YouTube, наверное, не передаст, но еще раз говорю, если есть игра, зайдите сами попробуйте, охереете вообще. Я боюсь представить, как играют люди, у которых контрастные мониторы, там, наверное, вообще жопа полная. Блять, граната. Пиздец. Блять, мне про... Я вот играю, мне просто больно глазам. Это, ребята, разработчики, убирайте нахуй эту, не знаю, этот контраст с этой карты. И вообще, вообще делайте что-то с контрастом в вашей игре. У вас играть невозможно, просто больно, блядь. Зажимом, конечно, плохая идея так стрелять.
Хотел проверить вал. Вдруг бы спилил. А, первой же пулей в башню, конечно. Вот я поиграл, я моргаю постоянно просто, потому что глазам больно. Я моргаю каждые полсекунды, наверное. Если у вас в Таркове такая же графика сейчас, я не знаю, это просто пизда, то есть это, я не знаю. Это нужно, я не знаю, сразу игру и бесплатное посещение офтальмолога давать. В пакете, блядь, премиальном. Вы посмотрите, насколько это режет глаза, это же просто жопа какая-то вообще. Я играю, я даже свет включил специально в комнате, чтобы не было такого дикого контраста. Хоть час и вечер, я включил свет. Свет включил, чтобы не так резало. Один хуй все равно, невозможно вообще. Я понимаю, что типа так круче смотрится графика, да, типа, ну, есть такая херня. Но, ребят, это еще раз говорю, это не вариант, это просто пиздец. Это вредно для здоровья. Со снайперкой по-любому этот хер. Я же говорю. С полуавтоматом, по-моему. Я вообще ничего не вижу. Вот я сейчас рассмотрю, я щурюсь просто. Это настолько дико бьет по глазам. Я, конечно, понимаю, что я затрахал вас этой фразой, но поверьте на слово, это так, действительно. Вообще не вижу никого. Я просто не вижу никого. Понятно, что я карту не знаю. Я просто иду, блядь. Я его не вижу просто. У меня режет глаза. Все, вот это красные пятна еще. Вообще ничего не видно, что происходит. Попал. Не, играть нельзя просто. Вот этот красный еще, это просто жопа какая-то, ребят. Серьезно говорю. Еще все с фонарями с этими. Правда, нихера их это не спасает, но каждый второй еще с фонарями. Мне, кстати, мой кореш еще говорил, вот когда эта игра вышла, что говорит, все, вот по минимуму слова, говорит, Дима, все будут с фонарями играть. И реально, сейчас каждый второй с фонарями бегает. Просто слепит, чтобы слепить. Но это не помогает, как бы, я предрочился стрелять, но... Все равно, как бы, это еще сильнее бьет по шарам, вот этот свет весь. Это, конечно, выглядит, может быть, игру и неплохо, но... Это же игра онлайн, здесь, как бы, графика это второстепенно. Здесь главное, чтобы, ну, как бы, чтобы графика более-менее нормально воспринималась, чтобы информативно было. У вас режет, я нихуя не вижу вообще, я выбегаю, ничего не вижу, блядь. Потому что мне приходится щуриться, это просто жопа. Так и нельзя играть, так говорю, так вы так пару часов поиграете, и все, и пиздец. Вам придется потом сутки в темных очках ходить после этого, чтобы глаза не напрягали. Чё? Я вообще не понял, где он там был. Я вообще его не видел, просто в упор. Где он там стоял? Пиздец, короче, я не могу играть. У меня уже болят глаза просто. Просто не могу. Давайте вот просто ради... Может быть, реально дело в том, что у меня там с глазами что-то. Давайте зайдем на какую-нибудь стандартную карту. Обычный вон порт день выберем, чтобы долго не ждать. Это просто неиграбельно, это пиздец, ребята.
Это ебаный пиздец. Это смерть зрению называется. Сейчас, как назло, меня полчаса не будет кидать в бой, я знаю. Я вчера вечером хотел поиграть. Я просидел в очереди 12 минут, ребята, прежде чем меня закинуло. Вечером тоже. Все воскресенье. Тут, видимо, от онлайна не зависит. Тут просто иногда тебя тупо не кидает. Не, ребят, это невозможно просто. Графика ужасно просто режет глаза. Разработчики, еще раз говорю, убирайте нахуй. Это невозможно играть в вашу игру. Вы даже добьетесь того, что она вас кто-нибудь иск в суд подаст за то, что у него с глазами проблемы начались. Или предупреждение, знаете, как в играх бывает. Эта игра может нанести вред вашему здоровью, там, или что-нибудь такое пишите, потому что это просто жопа какая-то, невозможно играть. Ай, хуй, сейчас попаду сюда, это уже проверено, если сразу не кидает, можно хоть час сидеть в очереди, не кинь. Можете перемотать, но я не буду вырезать ничего, мне влом монтировать это видео, выложу как записал. Перемотайте, пока там экшон не начнется. Кстати, реально какая-то херня с балансировщиками. Я говорю, иногда сразу, вот меня сейчас сразу кинуло на карту. Иногда просто можно полчаса стоять. Просто ебаных полчаса ты можешь стоять в этом в поиске и ничего не найти. Вот как это? Вот порт — это самая популярная карта, на ней все бегают. Почему, блядь, не могу я попасть в бой? Не можешь найти объяснить? Я еще Европу выбрал специально. Еще помимо России, еще я, хотя там пинг говно. Я специально еще Европу выбрал, потому что, ну, шансов больше, папа. А хер, блядь, не кидает все равно. Мы, говорит, улучшили систему матчмейкинга в своей игре. Где вы ее улучшили? Блять, как не кидало ни хера в бой, так и не кидает у вас. Наоборот, раньше меня, кстати, нормально кидало. Тут после последнего патча хуй попадешь куда. По полчаса сидишь в очереди иногда. Ну что это такое, вот просто скажите мне, что это такое? Почему я не могу в бой зайти на самую популярную карту, на которой тупо все играют? Почему? Ладно, похуй еще, берем любую карту, любой режим. Нет, десматч все-таки не хочу я тут играть режим. Давайте, окей. Любая карта, любой режим. Поехали. Сразу кинул, блядь, не могу понять, что за говно. И все равно кинула сюда. Да ну в пень. Это просто. Вот тут ничего не болят, у меня глаза нормально, графика. Если еще бы не фризило это говно. А, вектор брать тут. Вал не очень. Все, фриз, блядь, поймал. Ебейший фриз. Сука. Еще опять начала фризить эта игра. Вот что за... Почему? Вы же это исправили. Не фризило, ничего уже. С какого хуя она опять у вас фризить начала? Вы не можете объяснить, нет? Тут же все нормально, вот не режешь же глаза на этой карте. Че вы там понаделали, блядь? Тут все нормально, я не чувствую никаких проблем. Ну, конечно, все равно контраст высоковат, но ну, как бы в пределах. В пределах норма. Более-менее можно как-то играть. Зря я шифтанул. Да ёб твою мать, блин, а чё меня все кидает-то на одну и ту же позицию с этим рис... Опять сюда кинуло, вы чё, издеваетесь надо мной, что ли? Сдохни, мать твою. Конечно. Было бы по фулл хп, я бы забрал его.
Че, меня кинуло-то под конец боя, что ли, 5? Нет, вроде. Да ёп. Ненавижу, когда в этот угол вот кидает. Я... Он нормально кинул. Странно. Да ё-моё, надо было перезарядиться мне сейчас тоже, красавец. Нихуя я сейчас не настреляю. Капец. Сейчас, кстати, какой-то лаг странный был. Мне как будто он ваншотов снял, но не в голову. Такое, по идее, невозможно. Да ё-моё, что происходит? Чё я так лью-то жестко? Ведь нормально начал. Надо собраться. Вообще спиливают, я ничего не успеваю вообще за долю секунды спиливать, что за бред? Это откуда? Сверху, что ли? Стец вообще какой-то. Этот инсейн что-то больно жесткое, я не знаю, у него по счету не скажешь, что он какой-то нагибатор прям. Что-то прям гнет. Чу. А, это другой меня убил. Я думал, в размену что-то. В этой игре вроде разменов не бывает. Что-то больно жесткий. Я не знаю, спиливают. Я вообще ничего не успеваю, даже прицелиться. Вот это что такое вот просто? Я ничего не успеваю, он в голову сразу убивает просто. И постоянно еще в этой игре под ногами взрывается граната. Это просто какой-то ад. Тут постоянно ты бежишь, у тебя хуяк, блядь, под ногами граната взрывается. Хуяк под ногами граната. Просто бесконечно. Сонар дали, хороший. Господи. Ебануть, что ли, этой штукой? Ловите. Кого-то попал даже.
как черт из табакерки, блин, выпрыгивает. Ё-моё, как страшно жить. В голову опять. Одни киберспортсмены, это просто ад какой-то, блядь, кромешный. На этой позиции нельзя вообще стоять. Еще, кстати, я заметил, в этой игре есть... Тут везде все простреливается. То есть тут даже на закрытых картах каждая точка простреливается с 4 позиций минимум. Это пиздец, я сколько тебя заебошил-то, а? Ты че живой-то все еще? Я понять не могу. Вы видели, сколько я в него влил? Да, я немного в стену попал, но в него я влил нормально. А у меня за спиной просто пацана в 3 метрах от меня зареспило. Подорвал. Это живой. В смысле, мертвый. Успею, нет, ебануть. Хоть на первом месте закон, в двойку почти, почти в двойку. Не, ребят, короче, во-первых, карта это просто пизда новая, блять, я не знаю, как еще это назвать, это пиздец, просто это невозможно играть. Что касается остального, то подфризивает периодически, раз, и персонаж иногда немного подзастревает все равно. Короче, что-то печально, ребят, сегодня все, не знаю, блять. Вроде решает проблемы, вышел патч, решили, сука, в следующем патче опять те же самые проблемы. Не понимаю, ладно. Спасибо за внимание, ребят. Сори за большое количество мата, но что-то пригорело. Всем пока.